присказку: съеденное яблоко заменяет визит к врачу. Исследования показали, что это действительно так. Ведь в яблоках содержится масса антиоксидантов, которые защищают нас от рака, болезней сердца и сосудов. Сегодня поделимся с вами рецептом вкусного и полезного десерта – яблок, запеченных с творогом и орехами. Орехи измельчаем в ступке или рубим ножом. В глубокой миске смешиваем творог, мед и добавляем к ним орехи. Начинка готова. Для этого блюда лучше выбирать плотные плоды с кислинкой, ведь сладкая начинка смягчит вкус. Яблоки моем, срезаем верхушку и аккуратно вынимаем сердцевину. Объем полости зависит от того, сколько начинки вы хотите положить. Интересно, что термическая обработка нисколько не уменьшает полезных свойств яблок. Витаминов и минералов в нашем блюде останется практически столько же, сколько и в свежих. Яблоки – настоящий кладезь железа, цинка, кальция и калия. Кроме того, на 100 граммов продукта приходится целых 10 миллиграммов витамина С и большое количество пектина. Он служит естественным сорбентом, связывая и выводя из организма токсины. Готовые нафаршированные яблоки выкладываем в глубокую посуду для выпечки и помещаем в заранее разогретую духовку на 20-30 минут. Когда яблоки будут готовы, дайте им немного остыть и подавайте к столу. Приятного аппетита!